Владимир Курилов фотографией увлекается около 10 лет. Работает в жанре стрит-фотографии. Это взгляд на современное общество, отношения между людьми и архитектуру города. В 2019 году Курилов победил в конкурсе фотографий «Самарский взгляд». Но эта выставка в его творчестве первая. Я не думаю, что эта фотография будет нравиться всем, и все ее будут принимать. Хотя, в общем, опыт развески в своем собственном кабинете на работе показывает, что люди способны, самые разные люди способны воспринимать любую фотографию. На выставке представлено 27 работ. Все они сделаны во время прогулок по улицам в разных городах и странах. 6 работ – городские зарисовки Самары. Автор постарался запечатлеть окружающую действительность максимально реальной, без монтажа и постановки. Большинство изображений черно-белые. По мнению Владимира, это позволяет более четко передать образ и форму. Черно-белая фотография, она как бы более лаконичная. Цветная, на мой взгляд, фотография, она более, как ни странно, может быть более честная, потому что цвет отвлекает часто от главного. В черно-белой выразить себя, может быть, даже и проще, потому что нет размытие такого, отвлечения там для глаза. Есть вот свет, тень, черное и белое. В названии выставки «Вы можете выбрать цвет» обыграли цитату Генри Форда. Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он будет черным. Выставка продлится до конца апреля. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Сергей Баскин. События.